Всем привет, друзья, с вами Грегор, и это юбилейный 10-й выпуск второго сезона проекта Год в Майнкрафте. И сегодня, друзья, у нас будет несколько обновлений. Это у нас радиовышка, дом культуры, а также надземный переход. Итак, приступаем. В общем, перед началом данного видео я хочу сказать, тот самый глюк, произошедший у меня в Майнкрафте, но я его, который, к счастью, я смог, ликвидировать, это в том, что у меня пропадали таблички на зданиях. Но я, к счастью, это смог, избавиться от глюка, просто убрав один, плагин, который мешал в работе. И, как видите, сейчас таблички на месте, кровати, тоже на месте, кстати, с ними тоже был глюк. В общем, так вас повторюсь, сегодня у нас будет дом культуры, радиовышка и пешеходный переход, а также я, поработал над дорогой, добавил еще пару улиц. Пока что я, не придумал название, но всему свое время, друзья, Давайте приступим с радиовышки, Теперь в Айосатуске теперь есть мобильная связь, интернет и в том числе эфирное телевидение. Но пока что только 20 эфир цифровых ТВ-каналов, регионального пока что ничего нету. В принципе, друзья, это та же радиовышка, что была в Якуорске, только я, ее перенес. Единственное отличие то, что я, снес флаг России с радиовышками. И, в принципе, у меня на этом все. А так просто, в принципе, в точь-точь такая же радиовышка. Вот так выглядит небольшая площадка снаружи, здесь у нас находится пункт управления радиовышкой. Разумеется, посторонний вход запрещен, тут у нас строго по пропускам. Адрес сооружения — улица Бакинских комиссаров, дом 22. Вот так вот выглядит комната управления радиовышкой. В принципе, ничего особенного, такая вот коробка из кварцевого блока. Разумеется, вот так выглядит комната управления. Тут у нас рычаги, кнопки, отключить какой-то канал связи, отключить питание антенны и так далее. В принципе, высота этой радиовышки составляет приблизительно 254 блока высота. В принципе, могу рассказать просто в качестве, пользуясь случаем, я просто решил рассказать, работы радиовышки. Вот сейчас поднимемся наверх, самую верхушку. Пока что это самая высокая точка в Айосатуске. Отсюда мы видим мэрию, дальше совет депутатов, магазин, почту, жилые дома, поликлиника и электростанцию небольшую. В принципе, вот такой вот маяк, получая сигнал со спутника в космосе, получая сигнал, а затем распространять его по антеннам в домашний телевизор. В общем, такой принцип работы. Давайте отправимся на другой конец, на ту сторону города, Кстати, да, вот появились два новых здания, это практически та же, что в Якуорске, только в другом окрасе, другого цвета, в комнатах, в квартирах, ничего внутри нету, из окна видно. Стандартный коридор, три блока шириной. В принципе, тоже ничего особенного. Кстати, вот они, два пешеходных перехода, нестандартного типа, выглядят, по моим меркам, величественно, просто красиво. Идея создать, надземные переходы,
Москва пришла, можно сказать, из-за того, что там, можно сказать, ширина дороги, можно сказать, это, на Щербаковской улице, можно сказать, широкая, очень широкая. И делать как, ну и заниматься нанесением пешеходного перехода как-то не стал, можно сказать, заморачиваться, решил просто добавить, сделать пешеходный переход, то есть наземного типа. Ну а так прыгает просто очень красиво, в общем. И вот у нас следующее обновление, это Дом культуры, причем такой Дом культуры, ну, в принципе, выглядит как кинотеатр, но я старался немного сделать, можно сказать, как-то модифицировать здание, чтобы чем-то похоже было, как Дом культуры энергетиков в Припяти, в общем, как-то так. Нас встречает надпись ДК «Строитель», Дом культуры «Строитель». Кстати, в Челябинске тоже есть Дом культуры «Строитель», даже остановочный пункт имеется. Кстати, вот, за моей спиной вон. Остановка так и называется, ДК «Строителей». Кстати, вот такой вот у нас коридор. Кстати, я хотел добавить, можно сказать, гардероб, что ли. Но я, как раз, можно сказать, вот забыл, в общем, сказать. Так вот, еще один коридор. Тут у нас сиденье, где можно посидеть, подождать своего представления, что-то вроде того. У нас кассы, то есть две кассы. Кстати, могу просто вот немного модифицировать часть здания просто. И просто здесь сделать гардероб, а здесь кассы, ну и небольшой буфет. Но это как-нибудь на досуге займусь за кадр. И, друзья, вот сам зал такой вот. Ну, в принципе, только плоский небольшой зал. Тут у нас уже сцена, где уже могут тут избавиться мероприятия, то есть различные роды, различные мероприятия, различные заседания и так далее. Разумеется, еще и флаги России висят здесь, вот, здесь даже на стене. И вот дальше идет закулисье, правда, внутри ничего нету. Даже у нас так здесь остался. Так, тут верстака нету, а здесь есть. В принципе, это был весь выпуск. Сегодня я показал вам Дом культуры, радиовышку и два новых здания, а также надземные переходы. Понравилось или нет, решать вам. А с вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои идеи, что еще построить. Ну, разумеется, не забудьте, я недавно построил две новые улицы, пока что я не придумал название, так что можно сказать, пишите, рекомендуйте, можно сказать, какие названия дать им. А с вами был Грегори, всем удачи, всем пока. Вот здесь вот, кстати, напоследок забыл сказать, что здесь вот часть улицы начинает сужаться, то есть и там, возможно, будет выезд из города. В общем, всем покеда.